то, что он бронза, итог сезона бронза, доволен? Ну, честно, нет, потому что упустили возможность занять второе место и упустили возможность биться за чемпионство. Сами виноваты в этом, потеряли много очков, поэтому нельзя сказать, что доволен. В перерыве уже знали, как параллельный матч идет? Да, видел, что 4-0 ЦСКА выиграл, но там, честно, уже было без разницы, он был побеждать и порадовать болельщиков, но не получилось. Это наша вина, и я считаю, что это не позволит нам так заканчивать сезон. А что не получилось? Вы начали хорошо, моменты создавали, были опасные моменты. Реализовать момент, вот это и не получилось. Потом уже крылья где-то нашли момент для удара и забили гол, решили свой момент, а мы не смогли это сделать. Руслан, вопрос, который все вот уже там в телеге, в моментах болельщиков пишут, все. Откуда такая нервозность у команды? Ну вот, когда начались желтые карточки, то есть судья сперва вообще никому ничего не показывал, потом начал раздавать направо и налево, и как будто вот Спартак завелся, ну как вот командно, как ты знаешь, конечно, как единый организм. Конечно, завелись, потому что это направо и налево было для Спартака только. Вот, и такие неочевидные моменты, и провокации там со стороны игроков крыльев где-то были, и судья это, так сказать, пропускал и давал играть дальше, но я считаю, что это тоже непозволительно, и это должно наказываться как на поле. Тоже в ответ давать желтые карточки или еще что-то. Но судья решил так, его мнение, он человек, но может ошибаться. Поэтому из-за этого завелись, из-за этого где-то эмоционально все смотрелось. Все хотели победить, и такие моменты всегда неприятно были. Если можно это сказать, Гильермо очень жестко высказался по поводу дисквалификации Соболева, еще даже удаления еще до дисквалификации Соболева на 6 игр. Сегодня Георгий получил со скамейки абсолютно недопустимую красную карточку и пропустил первый тур нового сезона. В раздевалке Абаскаль что-то говорил об этом уже вот по горячим следам или приберег это общение на потом? Да нет, я думаю, нет смысла даже никому разговаривать об этом, потому что для нас задача была выиграть, а не обсуждать наши красные карточки. Дисциплина. Поэтому, да. Поэтому я думаю, потом мы пообщаемся сами, но Георгий, я думаю, как капитан просто не мог оставить такие моменты, которые просто несправедливы. Он видел все со стороны, понятное дело, когда ты участвуешь в каких-то моментах, ты не можешь объективно оценивать и объективно принимать какие-то решения. Но он видел со стороны, и я думаю, что, может, где-то был прав. Ребят, поэтому спасибо. Так. Давайте два вопроса, уже все, пять, поэтому давайте, да, спасибо.